Этот мост через Тюберду ведет к одному из самых красивых мест Карачаево-Черкесии – к Сентинскому храму. Вот уже долгие годы мост не видел ремонта, и сейчас по нему не то что на машине ездить, пешком ходить опасно. Находиться на этом мосту, мягко говоря, крайне небезопасно. Вот, например, в эту расщелину буквально несколько дней назад попала корова. Благо, она застряла, и местным жителям удалось ее поднять. Тем не менее, ежедневно группы туристов на свой страх и риск проходят по этому мосту. Конечно, его можно обойти. Через несколько сот метров есть другой безопасный путь. Но то ли о нем не знают, то ли банально ленятся. Вот там на горе Сентинский храм. Это огромная достопримечательность Карачаево-Черкесии. Храм 9 века, построен еще до крещения Руси. Вот. И там дорога очень легкая, то есть там просто по прямой. Вот. А здесь сейчас очень-очень сложно было идти с детьми. Куча дырок в мосту, он с каждым годом разрушается. Мы часто сюда ходим, и это каждый раз большое препятствие. Если этот мост требует срочного ремонта, то его собрат в другой части Нижней Тюберды лишь недавно был отреставрирован. Его в прошлом году буквально смыло высокой водой, и жителям хутора Ижаевски, чтобы попасть на большую землю, приходилось каждый раз делать крюк в 7 километров. И вот теперь районные власти по поручению главы республики Рашида Тимрезова не просто отремонтировали его, но и значительно укрепили, а также сделали к нему удобный и безопасный подход. Мост этот хоть и подвесной, но выглядит вполне безопасно. Он укреплен стальными тросами диаметром 5-6 сантиметров. Далее строители для пущей безопасности с обеих сторон укрепили его вот такими загородительными сетками. Сделано это в первую очередь для безопасности детей, которые каждый день из хутора Ижаевского по этому мосту ходят в школу, которая находится в Нижней Тюберде. Эрнест Чуков, Мурат Кемрюгов, Архиз 24.